Начальник УМВД России по городу Иваново Игорь Василевич получил выговор за ошибку сотрудника. 30 января был выявлен факт укрытия преступления. Полицейский, как выяснилось в результате проверки, попросил потерпевшую написать заявление о том, что она якобы нашла украденные у нее деньги. За это полицейскому объявлено неполное служебное соответствие. Его непосредственному начальнику строгий выговор. Игорь Василевич, по мнению областного руководства МВД, обязан нести ответственность за своих подчиненных. Поэтому выговор объявлен ему. Проверка продолжается.